С вами Алена Полынь, и сегодня я хочу поговорить с вами о такой замечательной книге, как «Круг силы», книга стихов, значит, «Ведьмы, ведунов из империи». Я здесь как собиратель, а не как автор. Значит, смотрите, здесь вот у нас, я уже говорила, содержание, то есть кто писал, ну и так далее, значит, чьи стихи. Значит, на что я хочу обратить внимание, стихи — это вообще ритмика, вибрация планеты. И каждый ее ощущает по-своему, поэтому каждый пишет, ну, имеет свой слог, как бы, да, вы можете заметить свою рифму, свой слог и так далее. Вот, и поэтому с помощью стихов можно предсказывать и получать определенные советы на жизнь. Значит, что я хочу для вас сделать сейчас? Задайте свой вопрос и выберите тип ответа, ну, номер ответа, точнее, 1, 2 или 3. Итак, ответ на ваш вопрос 1. Оставив вам пустое тело, он съел, что были чувства в вас. Вы попросили возвратиться, но вам последовал отказ. Ответ номер 2. И обе руки раскрываю, и двоих к себе сразу зову. Их обоих с собой приглашаю, с каждым дружбу из них заведу. И ответ номер 3. 12 сказочных красавиц тянули руки вверх к луне и пели песни в дар природе. Со мной все было как во сне. Здесь, во-первых, конечно, замечательные стихи. Я надеюсь, вы поняли, о чем предупреждают или советуют эти стихи вас, выбрав вариант ответа. Пишите под видео, где можно написать в социальных сетях, можно написать под видео свое мнение насчет этой книги и насчет предсказаний, которые она вам дала. А книга выглядит вот таким вот образом. Ее можно приобрести в лавке ведуньи, а также на сайтах книжных магазинов. До встречи!